Уголовное дело о сбитом ребенке передано в суд. Напомним, трагедия произошла в мае на проспекте Автостроителей. Тогда под колесами автомобиля погиб 9-летний мальчик. 4 месяца длилось следствие. Была проведена не одна судебная экспертиза. Эта авария вызвала широкий резонанс в городе. И вот уголовное дело в суде. Водитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренной частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса, то есть нарушение водителем правил дорожного движения, повлекший по неосторожности смерть человека. Согласно санкции данной статьи, ему может грозить наказание до 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортным средством на срок до 3 лет.